Положение определено. Положение определено. Прикинь, взяла и заглохла сама. Заглохла? Ага. В смысле, вот прям сейчас? Я ее завел, отошел, думаю, пусть остывает. Ага. Что-то мне кажется, у нее нет такой функции. Какой? Самоглохание. Есть, пока это оказывается. Вы ушли с машины. Да мы все вернули, заткнись. Бля, страшно смотреть, во сколько мы приедем. 23:08. Да, сука, на меня пищит. Мы с вами снова на маршруте. Кафе Халяль, 95-й регион. Что за тачка была?
нет. Хаммер, наверное. Похож, но человек как-то не совсем Хаммер. Сколько они? 2, 3, 5. Так, это Ростова, что нам там? Это 120, наверное, да, 130. А я? А, ну, 110, это уже объездная Ростова. Пост ДПС. Ограничение 90. Просто вещам работает, да? Нет, одна московская стояла. Да? Там что-то 51-й был. 197-й и еще какой-то. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Дополнительный зеркала ставить специально. Это все-таки прицеп.
700 км еще. Еще 700 поедешь. Охуенная вообще, дорога нормальная. Да. Можно и так сказать. Ну, в Ростове сейчас. Да. Нет, 29. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение. Да, слушай. Сейчас поедем в эту, встретимся перед делом. Решим, что такое. Ага. Понял тебя. Ну ладненько. Угу. Все. Ага. Все хорошо, на связи, да. В общем, едет со всей семьей, с новой семьи. Томск. Да? Томск. Издалека едет. Он уже просто одно целое с машиной. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Это хайпер. Или это, знаешь, Liberty. Jeep Liberty, знаешь, такое есть? Вот там. Этот же, ты же смотрел этот как? Ну, во все тяжкие. Да. Фрэнк ездил там на таком. У Бенч. А, все, понял. Какая-то спереди.
светофор, по-моему, находится. Слушай, а вдвоем так легко перегонять машины? Устал, другой сел. Напарник устал, сам сел. Можно вообще фугасетку ебануть. Ну или хотя бы в какую-нибудь там, ну, до конца Европы. Хотя до конца Европы, мне кажется, ближе, чем до Нальчика. Проебал. Чё-то так посмотрел. Блять, проебал. Да, увидел ямки есть, слева нету. Фоли выбивают, да? А где-то ближе к подъезду к Ростову, если дорогу не исправили, все фуры перейдут в левый ряд, потому что справа будет такая неровная дорога, она вот так вот сегодня трясется, да? И все легковые выйдут в правый ряд. Да. И если ее не отремонтировали. Даже давненько. Обязательно не забудь с этого документы забить в приложение, чтобы штрафы проконтролировать. Потому что если вдруг где-нибудь там поймали, нам
тогда, когда скидка пройдет. Поздновато они, да, реагируют? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ебашь, мы с тобой, давай. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. По-моему, сделали дорогу. По-моему, это вот где-то вот здесь вот было. Что они все сюда приходили. ПДД, звони. Звони. При свободной правой он едет в крайний левый. Не дает проехать. Тяжело ему, да, разогнаться? А что он везет? Молоко?
Шаманка. Да? Да, ну что, проехали ее, ее нет. Вот этому прям очень тяжело. Давай водички ебанемся, я же смотрю. Какая-то же там супер распиздатая была. Да ты же уже ее такую брал. В этом. Да. Да. Супер охуенная. Это матершинник, что ли? Да, без ненормативной лексики никуда. Что ж там случилось? 23.03 прибытие. 04. Что ж там произошло? Он туда разбился? Не, ремонт не работает. Отдаем сразу целиком, чтобы проводка капотная есть. Она же там вся целая, нераздельная. А, нет, 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 я думал, вы имеете в виду подкапотную саму проводку. Ну, видите, в чем дело? У нас те, кто разбирали машину, они отсоединили те же, ну, те фишки, которые, ну, от коробки, от основной проводки. Вот. А то, что на самой коробке, ну, что вовнутрь входит, конечно, не хотели бы снимать, потому что в сборе коробки это взлатает. Машина БУ, 17-й год, вот, пробег был 94 тысячи. Да. На проводка может приедеть. В послезавтра года. Да, 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 все есть. Все живое, она не была битой. Да, хорошо, хорошо, отговорились. А ну вы когда подъедете, мы с вами вместе посмотрим и может быть как-то решим. Если это вам там легко вытаскивать, то у нас просто одна такая машина была, мы особо, ну, не заморачивались по ней. Вот. Если он там как-то легко снимается, то как бы, я думаю, не проблема. А если что-то нужно батарейку разбирать, то уже сложности. Нет, нет. Ну просто не хотелось бы ее скрывать, трогать, в общем, дело. Да, да. Вот. Угу. Да, он есть целый, все фишки были сняты, то есть ничего не кусалось, не резалось.
Вот. Все аккуратно снималось. Нет, 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 все фишечки, все снималось именно. Ничего не откусывалось. Угу. Да, все хорошо, до встречи. Ой, что-то вот пакет нашелся на пол. Один Ростов едет по обочине. Вот все едут как люди, один Ростов по обочине шипает. Этот, а нам проводка не пригодится? Для утопленника-то. Зачем нам сама проводка пригодится? Что с проводами может случиться в воде? А что там тогда случилось? Локи. Локи управления. Как думаешь, сколько там запчастей менять? Я думаю, что скорее всего мотор, блок мотора, блок коробки, блок комфорта, вот этот, который я говорил, что в зеркале связан. Mm-hmm. Вот. Ну вот этот блок СРС, я думаю, вряд ли. Вот. Ну и возможно там вода попала и щиток приборов соответственно. Вот. Блок печки, вот этот, поэтому все, печалки. Ну, все с блочками. Ну и плюс еще что-то с мотором. Гидроудар там есть или нет? Ну, скорее всего, есть. Так что? Мы на самом деле не боимся ни того, ни другого. У нас есть мотор с коробкой, блядь. И даже если там в коробках мало вода, там эмульсия, она тоже похуй, ну, блядь, все. Мы даже коробку можно будет снять и продать. Мы даже коробку по частям продадим, где отдельно гидроблок, отдельно все хуйню. Ждал такого хода. Ага. Луна, спасибо тебе, хуй стоит. Камера на обочине, наверное. Почему там же выезд? На обочине-то нету. А, там-то? Да, те, кто, наверное, ехал по обочине. Дернулся, видел? И то и нахуй не полезло. Отфору. Дель Белый дом. Ага. Есть места, точка РФ. Он яичник регулирует. Что тут регулирует? Прямая дорога. Его не было, мне кажется, все выехали. Не тупите, не тормозите, давайте шустрее. Типа того. Причь, ты опять так далеко закинул, говорит, эту бутылку. Еще одна в конце. Отгоняет, давайте, типа, надо на газ. Здорово, лёд. С этого примера взял. Ладно, как бы. Я люблю понимать, наверное, так.
Пролетарка, епта, нихуя себе. Хутор. Хутор Пролетарка. Че, твои камеры будем смотреть? Подходи на место. Ща, я хочу сфоткать этот указатель. А, я слежу за этим. Впереди есть камера. Наверх ничего не будет. Красный солнец, темный ладен. Заправки, что ли? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Thank you.
чё ты обоссался, блядь? Я с лицом пустил. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди камера на 70. Ух ты! Идем, пишем, куда переходит. Все знают 90. Она турочка, конечно, шумела. Впереди камера. Ограничение 90. Там пост, походу, 50. Впереди пост ДПС. Ограничение 90. Знак мешал, на английском даже не дублирует. Вижу заранее. Ну, слева какое-то построили. И для фур. Сколько места, сколько парковочного. Под нефть вкладывается. Дальнобойщики нехило зарабатывают, я тебе скажу. Да. Совсем нехило. Может, некоторые там выбрали по 300 заработают. Съездил куда-нибудь за 10 дней в Иркутск. Правда, 10 дней туда, 10 дней обратно.
18 часов туда, 2,5 часа обратно на самолете. Да, вернемся, мне кажется, мы черными из командировки. Майки отдай. Я в футболке, ты в майке. Видимо, раньше здесь ремонт дороги был, и желтая полоса осталась, и никто не изменил. Впереди плохая дорога. Ограничение 40.
Переведи мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Перейди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Сколько земель неблагоустроенных, вот просто поля, леса, болота. Брошенные даже. Брошенные, да. Фигу, как у нас деревня там в Смоленске. Заброшено нахер все. Хоть кто-нибудь живет там? Несколько жилых домов на бабушке. Все, летом приезжают, да еще. Смоленска сколько км? Смоленска 500 с копейками от Москвы. Блин, тоже немало. А вот до нашей деревни 365. Четко. От моего дома до деревни 365. У меня батя все хочет куда-нибудь в деревушку. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Может, пока мы обедали. А, кстати, это он по обочине, там фига был. Да? Да. Зеленый кепка типа там с ним снял, да, пошел там больше. Да, это они по обочине фига были. Слушай, а вот интересно, кроме Крыма и Ростова, еще где-нибудь остались авторынки, где вот именно машины продаются?